Здравствуйте, мои дорогие. Ну, а теперь я хочу вам показать браслетики и серьги, которые у меня есть в наличии. Вот такой вот браслетик. Не обращайте внимания, это я сегодня кашпо красила. Это все гавлит тонированный. Вот такой браслет. Вот если этот где-то 17,5, даже, наверное, 17, то этот браслет, если в обтяжку любите, то 18 размер. Браслет «Призрак оперы». Он тоже где-то с 17-го начиная, наверное. Но у него есть цепочка удлинительная. Это модно. Это модно и стильно. Такой браслет. Так, вот такой браслет. Гавлит. Вот такой браслет, и есть к нему серьги. Вот такие. Ну, можно серьги отдельно, можно и браслет отдельно. Бога ради. Вот. Но это размер, наверное, на 16,5. Цвет такой прям. Так. Вот такой тоже браслет. Вот у меня 17,5, он мне так свободненько. Так. И вот из этой серии вот такой вот браслет. Это тоже размер, наверное, ну, 17-17,5. Такой браслет. Так, это первая партия. Вот такой есть браслетик на резиночке с рыбкой. Сейчас вот покажу. Так, ну это на 17,5 размер. Я говорила тихо, потому что у меня Сашка спал. Сейчас смотрю, тихо снято. Ну там, собственно, что там говорить-то? Там и так все понятно. Вот такой браслетик с кошками и рыбками. И с камушками. Застежка у него тогл. Такой симпатичный. И вот еще браслет из дерева. Я его купила в секонде в Севастополе. Он был весь растянутый, страшный. Я его вымыла, поменяла резинки и покрыла лаком. И он сразу стал гораздо симпатичней. А теперь серьги. Это из последних, которые я делала. Посмотрите, какая прелесть, нежность. Почему-то камера передает, как ярко-желтая. Нет, на самом деле очень хороший цвет. Хороший цвет хорошего золота. Легенькие, нежненькие. Вот такие
с мятым золотом. Тоже легкий. Металл легкий. Он вроде бы и не такой, чтоб тоненький, но легкий. Ну, а это, естественно, синтетический малахит, потому что натуральный малахит стоит бешеных денег. Ну, вот такие они. Я люблю серьги, которые как живые. Вот такие серьги. Это кварц, а это, боже мой, дай мне память. Девчонки, ну вот да, с памятью, конечно, подводит память в самые неподходящие моменты. Вот такие вот нежные тоже серьги получились. Вот такие вот серьги на перламутре натуральном. Вот такие гнездышки с птичками. Так, еще где-то есть с виноградом. Сейчас поищу. А вот эти сережки, ну, заворожили меня просто своим. Здесь вот так не видно, они на свету все переливаются. И очень жалею, что купила только две штучки таких подвесочки. Вот такие вот шикарные длинные серьги. К ним у меня украшение есть. Сатуар. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот. Ну, это и не обязательно. Если кому-то понравятся серьги, с удовольствием вам вышлю. Вот такие вот интересные серьги. Кстати, мои хорошие, если кому-то нравятся вот сами по себе эти серьги, я вам могу, собственно, сделать даже на заказ, какие вам нужны камешки, какого цвета. Ну, очень интересные серьги. Ну, согласитесь. Вот такие серьги. Такие хорошие швензы. И вот такие сережки. Это такие эко-серьги. Рудракша семена. Это Индия, Непал. И дерево. Легкие летние яркие серьги. Ну и вишенка на торте. Это вот такие. Вот такие серьги. Они на резинку не вешаются, потому что они гвоздики. Смотрятся на ухе, просто обалдеть. Ну что ж, спасибо всем за внимание. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. И будем вместе с вами творить.
Спасибо огромное.